С Великим Постом, братья и сестры, приветствую вас на канале Чудеса Святого Трока Вячеслава и рекомендую пройти по ссылочкам под этим роликом анонсом, чтобы посмотреть новый фильм «Конец человечества» по планам глобалистов. Фильм выполнен очень качественно, хорошая видеографика, и я думаю, этот фильм можно презентовать всем людям, которые скептически относятся, значит, ко всякой подобной информации. Дело в том, что он, в принципе, полностью основан на изречениях самих глобалистов, и там так называемые пророки современного вот этого глобализма, да, со Всемирного экономического форума, в частности, они, в общем-то, озвучивают открыто все вот эти планы, которые для нас, обычных людей, конечно же, кажутся совершенно фантастическими. Вот. В частности, там использованы изречения известного вот этого, значит, в кавычках, провидца Швабры, да, и также Харари. Вот. Пройдите по ссылочке, пожалуйста, посмотрите. Здесь на Ютубе я вставлю лишь самую такую, необычную фразу вот этого Харари, который, значит, с подтекстом таким библейским, я бы сказал. Я думаю, все верующие люди, которые читали Библию, они, послушав Харари, поймут на самом деле, кто изрекает эти, значит, такие вот претензии, да, на будущее через уста вот этого самого так называемого глобального лидера с Богом. In the coming decades, AI and biotechnology will give us God-like abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design. We are in the process of acquiring divine abilities, of turning us in ourselves into gods. And I mean this in the most literal sense possible. It's not a metaphor. God is the creator. His chief power is to create. He creates animals and plants and humans according to his wishes. Now we are gaining this power to create life, just like God, and in a way we even go beyond the biblical God, because even if you believe the Bible, the only thing God managed to create are organic beings. All these trees and giraffes and humans, they are just organic. But we are now trying to create inorganic entities, inorganic life forms, cyborgs, artificial intelligence, and so forth. If we succeed, and there is a very good chance we will, then very soon we will be beyond the God of the Bible.